Так, видно, кто-то ходит там. Еще темно. Ночь. Да, это же Никита. Сучки выносит. Это тот глазок больше всех захватывает. Две стороны. Вон сколько набрал. Поволок. Так. Где-то здесь надо стукнуть. Ага. Вон он, где Никита идет, к дверям. Вот он. Застрял. Вот так. Оторвалось у него там. Вот Никита. Ну, сейчас-то уже не такая и ночь. 8 часов 10 минут, но в Сибири мы считаем 4:40. Ну, позавтракали, все, и вот я напилил, там убрал заслоняющие, это вишня. Может быть, ягода была, но тут один раз лишиться ее. Вот так. Вот он где пошел. Вот видно его. Рядом бачки лежат, а рядом яма. И он туда веточки сейчас и сбросит. Вот. Вон они торчат. Я сказал, клади как можно дальше, чтобы не торчали. Он думает, его не видят. Все. Теперь он пойдет назад, чтобы все это сдвинуть. Все здорово. Видишь, вот это листики какие-то упинают, а это торчит. У него видно, что отсюда даже торчит. Я говорил подальше, чтобы мало ли кто замечание сделает. Вот так. Вот это ветки собирают, это правильно. Кустиком подбросил. Так. Вот он тут толкется. Переходим на другой ресурс. Как тень. Это снимается так, а на самом деле тут намного больше видно. Не могу, один я тут. Вот он теперь его видать. Вот он ходит тут. Проверил, ничего нету у него, все. Молодцом. Все, рыжая пришла. Ну-ка. На Никитину кровать. Вот так. Вот он подходит к дому. Никита, а ты слышал, я сказал, положи за бак так, чтобы... Дальше были, не видно было. А ты положил, они торчат из-за бака на дорогу.
Не, тут не торчат. А? Не торчат. Торчат. Ну, я же видел здесь. Ну-ка, покажите. Да. Отсюда видно, что торчат они? Они вплотную надо так, чтобы вот как бак стоит вдоль дороги, да, чтобы за него туда дальше убрать. Они потому прям, что они прям в яме лежат там. В яме это... Ну, ладно. Ну, ладно тогда. Надо узнать, как Володя. А я смотрел, они у тебя торчат тут из-за бака, сюда ближе. Это не наши. Ну, смотри, я проверю тогда. Проверьте. Вот так. Никитина утро, на работе. Все как надо. А где у нас паля-то? Паля где у нас? Жарится где-то на жаре. Паля? Вон она. Где она? А, она наелась и не откликается. Паля, ты что такое? Вон она где, за одеждой. Паля. Ох, как ушки у нее от этого имени. Ну ладно, ладно, лежи. Лежи, сытая. Нет, если назвала ее, все, пошла. А вот тут она попала тогда на раскаленную плиту, а сейчас все закрыто. Даже при желании она попасть не может. Так, по этой доска слазит. Вот так. Все, тут пошла. Да она пришла тут. Ой, какая. Сейчас я еще нибудь дам. У меня тут запасные рыбки лежат, чтобы что-то как-то дать. Если я позвал ее, чтобы это не было зряшно. Ну-ка, Паля, держи. Давай вот сюда. Вот так. Вот, держи, 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 на. Держи. Сытая рыба-то наелась и даже есть не хочет. Все, все, ешь. Ну, на этом конец. У кого как утром что было.